Ладно, 1000 хп. Похуй, я лок. Это суманяйте меня перед боссом, что сбегаю. Где есть игрушки коллекции смотреть? Куда они это засунули? Там же где маунты. А. И трансмог. Бля, это что, в Nexus, что ли, надо идти? Типа по легенде, с реквестом. Ты подходишь к тому, кто тебе дал квест, он тебе тпхает, и ты просто там мобов расхуяришь. Что мне ничего сложного? Это потом уже после рейда, соло-косты. Че за вы тут ввели уведомления какие-то? Всегда были. Нет, только что. А. Индивидуальный звук. А их можно прослушать тут? Просто можно настроить их и все. Какую-то хуйню вели. Это новая версия Redframe. Интересно. Это как подойдете, поставьте шкаф, присуманьте бэнд. О, ребята, у меня две болезни, пошлите квест сдавать. У всех по две болезни, почему тоже две? Половина две болезни. Только этого квеста нету, да? Давайте кто-то сбегает, например, весь рейд. Проверим. Да там NPC нету, блядь, что проверять? Точно? Точно. Глаза любят обманывать. Хочешь проверить со мной сходить? В смысле? Рыбу космос. ПМ, я только сейчас увидел. 49 из 50. Без вайпов. Ну у нас один вайп. Один нет, вайп. Нет вайпов. У меня 49 из 50 пишет. Не-не-не-не-не-не. Кажется. Два вайпа у нас было, блядь, на ребре и на... Растем. Так, все тут были, все знают, я надеюсь. То же самое плюс-минус, как и в обычке, только перефазы отличаются. Там разбегаться, скажи, может кто-то здесь не был, не шарит. Даже длинная, как я понимаю. Сейчас покрасил фанка. Фонарь плюс дермич. Войд позабирать станки еще, как думаю, хватит. На полумах лица ты в танк? Может ДД3 не одеть там все полу ДД шмот в принципе, тебя там все равно не сходит, там главное 300 к слоить на второй файле. Ой, давай я долечу от на исходное фонарь. Куча станет. Раскол пошел. Что, нам миликов хватает зеленого взрывать? Раз. Там Фелиция еще с вами. Раз, два, три. 4, 5, 6. Маловато, лучше в Орден добились. Уже в Орден добились.
босс приводит. Служи лучше. Все по проку стопнули, никто не бьет, все по красному поехали. Все в проку стопнули, никто не бьет. Блять, уебок менял бы. Лужи вышли. По танку кинуть. Смотрим за дебафами сейчас. Переводим и смотрим за дебафами. На каком, на ком какой дебаф. Зеленые трусы, красный крест быстрее. Сплюнул. Лица беги. Дамажим. Дармич из бан. Там также купол может зеленого ставить. Он также справить. Приказ, отошли, отошли от красного. Пельмени отошли. Ушли, ушли пельмени. Дармич, лови босс. Сейчас еще одни пельмени полетят, так что готовьтесь. Пельмени отошли. Блять, ну заебали, и в три разные стороны, сука. Как вы нахуй стоите, черти, блять? На РДД. Колба сейчас будет. Лужи вправо отошли, РДД. Пельмени влево, 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 влево. Ну ладно, похуй. Успел квест кинуть. Милики в РДВ. Я щит подлагал? Да. Лужи вышли. Пельмени. Блять! Чуть не словил нахуй. Куча не оставили, РДД. Чуть правее, чтобы до красного достал. По красному поехали. Колбы. Минки красного свихнитесь пока. Пельмени отошли. И лужи вышли. Ну, РДД скучковались. Туда в печеньку ближе. За лужу. Сейчас пельмени будут лететь. И зеленый выйдет. Пельмени готовимся. Уходить. Вроде нормально. Еще не кинулись. Пойдет. Отошли. Там пельмени летят под слизни. Лужа, сразу выходим. Где кучу не оставим? Печеньку. Пельмени отошли вправо быстрее. По красному поехали, Армина. Серого побежал. В мили, ближе в мили, там влево. Все, по красному свечу в мили. Только не в колбы там аккуратно. О, умничка просто. Пельмени отошли. Влево сейчас, влево, 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 вправо лучше. Вернулись обратно в печеньку. Блять, не успел квест повесить. Ближе подойдите, ближе быстрее. Побежали, тут кого-то мне откинуло. Пельмени ушли из-под стола быстрее.
Вот пишет стоп. Все, стопнули по профу. Никто не бьет, профа никто не бьет. Все по красному поехали. Служи вышли, пельмени отошли. Служи вышли, пельмени отошли. Красного быстрее добиваем, и потом по профу играем. Все, по профу поехали. Максимально лужу убиваем. Переводим, смотрим за дебафом. Какой он на ком был. Зеленые трусы, красный крест, быстрее. Лужа багнулась. Геру дали фул ДПС. Войт побежал. Дремички дебаун. Дмитрий сильнее. Зеленого помогли добить быстрее. РДД в звезду, все стали быстрее. Все в звезду. Пельмени отошли левее. Потом вернулись. Все чуть правее стали. Вот готовься стаки забирать, как сможешь. Блять, фонарь обратно забери, вывод лошадь. Звезду. Дремись, забираем босс. Ой, ты там, блядь, под шишками или что? Забери хоть один стак, пожалуйста, либо мы выпнемся. Щука уже умудрилась умереть, сука, такой вагон, нахуй, просто пиздец. Пельмени отошли. Дай БР, Мася, по нему. Ну, Войт, ну, блядь, ну, забери, заберите, блядь, вы заберите, ну, ёб твою мать, ну, пиздец, сука! Ты, блядь, да ебал я в рот, нахуй, такую хуйню, блядь, падайте, блядь! Серега, ты идешь потом после Вайда, или может давай ты, наверное, первый, ты идешь просто с мелизоны, позабираешь так и потом в мелизону пойдешь. Ну просто таунтика на РНЖ, чтоб не танчить. Шкаф дайте. Хорошо. Дайте шкаф. Постоянно, блядь, только лаги, нахуй, и прочая хуйня. Рыбу хавайте в клубах, блин. Уже реально что-то из-за хуйню смотрит. А что бы ты был? Тысяча. Еще раз начнем упорно. Ну, флагами нахуй. Давай, чё пехать. Ребят, блядь, ну, он довольно-таки долго бьется, блядь. Ну, нажмите нормально на кнопки, блядь. Падло тут сидеть, блядь, долго. На этом ебаном профе, блядь. Который очень простой. Служи вы. Зеленым поехали.
Сам. Вы же видите? Все профи стопнули, никто не бьет. Стопнули по профи, все по красному. Ну. Спейси, беги. Слуд же выходим. Профи ближе подходим, смотрим, куда выходим. Зеленый крест и красный крест. Дермич из баунд. Зеленого помогли добить быстрее. Пельмени отошли. Ушли пельмени, прохилили. Кучнее РДД достали все около печеньки. Быстрее, сейчас еще не пельмени полетят. Все, ушли. О, заебись, пельмени полетели. Идет. Все, в печеньку встанем. Лужи вышли правее. Влево отошли, влево, 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 быстрее. По зеленым поехали. Лужа летит. С лужи выходим сразу. Ушли, ушли, блокиш блинк нажмет. Вышли с лужи, мол. Блокиш блинк, ну блядь, тебя ж там хилить не могут. Ну нажми ебаный блинк. Ой, блядь, отбежали пельмени. Стерва, дай БР, если ты сможешь ему дать. Там надо впритык. Рибав помогу. РДД по красному поехал. С лужи вышли. Мили аккуратно лужи. По красному мили чуть-чуть. Пельмени отошли. Наверное. Еще зеленый будет. Как зеленый будет. Puddlecast. Нормально откинем. Там пельмени отдали аккуратно. Мог бы не нажимать. Мама, приди. РДД по красному поехали. Пельмени отошли. Рид, беги. Ридику просил, Алконфела просил, что-то он там дохнет от чего-то. Колбы вышли. Пельмени отошли вправо. По зеленым пятам. Пельмени отошли вправо.
Сейчас стоим справа, сейчас красного лифта. По красному поехали. Тридцать 7% может стоп? Проха стопнули все, играйте по проф. Ой, блять, по проф по слизню. Пельмени отошли. Все, дальше по профу поехали. Быстрее, пока лужи не кинут еще. Неприятно. 8 секунд. Быстрее. Молодцы, зеленый добав, трусы, красный крест. Блять. Беру далеко ДП. Кунку прохил. С баундерами еще. Зеленого помогли добить быстрее. Все в звездочку вернули. Войд, позабирай. Уже. Здесь достану. Пельмени отошли. Забрал. Потом возвращаемся обратно вправо. Вернулись вправо быстрее, вернулись вправо. Войд. Угу. Забрал. Скоро диминишник. Серый, потом ты следующий выйдет, позабирай. Забирай. Серый, выйди, сейчас ты позамираешь. В РДД звони. Пельмени отошли. Забирай, Серег. Добро. Забирай, Серег. Забрал. Забирай, Серега. Забрал. Пельмени отошли, блять, пельмени! Блять, хуёвый тайминг немножко. А, ну там только два человека лутануло, пойдём. Всё, держи, пока ты фонарь. Потом верни. Лужи вышли. Лужи, РДД вышли, блять, не стоим, не ждём. Я что-то звучиваю заранее, блядь. Верни, забирай, босс. У нас ещё один танк есть. Всё, больше нормально должно быть. Пельмени отошли влево быстрее. Потом вправо сразу быстро, резко после пельменей, блядь, лужи кинется, ебаные. Вправо, быстрее, вправо, 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 РДД. Что-то не кидает колбы, странно. Дай дермич из баунд. Блядь, полишит вагон. Лужи вышли. Две колбы в РДД, быстрее вышли. Этот, Фелиция забери, Фелиция забери. Пельмени отошли. Дай я сокру фонарь. Ой, блядь, Coldplay. Ты, блядь, в упор, что ли, не видишь, куда пельмень летит? Фелиция тоже дай сокру. Продли. Добивайте. Колба? Колба. Колба, красавцы. Хорошо. Хорош. Реслинг ГЦ или нет? Конечно, не знаю. Опять может... печенька на паладине. Может и Фелиция, кто там больше печенька. Попрёт. А ну да, Реслин, выше попрёт Фелиция. ГЦ Реслин, чуть тебе могу сказать. Я спузывал, в принципе. Пиздец какой-то. И осколки падают по КД, блядь, заебись. Ну, с одного босса там не было. Сталкахэм. Двух не было. Сталкахэм, блядь, ну дроп уже увеличен. Уже на форуме когда-то кто-то несколько лет назад. Можно только два солейса и два выбора, больше ничего нельзя. Этот, ну, по-моему. Короче, кто-то там вычислял, какой дроп у осколков. Ну, типа с 50% с обычки и 85% с геры. Давайте колбу сразу. Не знаю, кто-то считал. Давно колбу, уже? Колбу и волю сразу разрушил. Нихуя хорош. Себе. Он еще и сотку кинул. Сегодня день Реслина. Да, сколько у тебя дальше Фелиция, блядь, сколько есть? 583, блядь. Пиздец. Если бы один, вот, допустим, у С3, вот сейчас Реслин рольнул, у него больше приор. Если бы Фелиция не ролил, я бы ему снял половину, то бишь это 290 ИП. Вот так я ему сниму фул, получается, Фелиция тоже рольнул. Это что, есть шанс КВС нахуй, скипаем в пизду, в обычке сделайте. Охуенен. П
Пошлите трэш. Давай я рисли на момент. Чаржусь. Видали, как это ворвался? Так, дальше по воле поехали. Блять, 583 ЭП, может, ЭП, ГП снизишь за нее. Ну почему, блять, ну на колбы за трение 583. Ну она нет, объективно говно ебаное. Ну учитывая, что пламя, порой это пламя понерфили, но не такая уж хуёвая сейчас. Она все равно, блять, хуже, чем 10 триник. Могу пересчитать. Да, просто мне она... Все, раз он один, окей, 290, чё, админ? Снизили, как ты хотел. Охуенно. Так они тебе. Это все шаринган. Я лучше бы на ус забрал. Еще щука тебе надо, наруч? Угу, наш обмен. 190. Кольцо. Три тактика. Меня сейчас трахнут. Они заливаются, смотри, как быстро. Они автотаунт имеют, как я понял, или нет? Потому что как-то Бентли слишком подозрительно много агра набрал. Да он под сверкой, смотри, с там урона, блядь, 50 тысяч. А, реально? Ну, смотри, у меня сколько тоже. Че элементальная работает, да? Да, еще элементальная работа. Я бы вас понерфил. Кольцо никому не надо, да? А, Фелиция вижу. Окей, Фелиция 190. На оф? Почему на оф? На мейн? Ну, на оф. А, на оф. Я тоже на оф бы взял бы тогда. ПВП-прот? ПВП-прот? Так какое вы кольцо ролите? Силы или ловкость? Я так и не понял. Если на оф, блять, тогда это, блять. Фонарь, без тринкет на тебя еще упал, все. Ой-ой-ой, я заберу за бесплатно. Только. Сделка? Бэт, я тебе зачем силовое кольцо, чуть не дорубаю. О, у меня этот, энф вообще собран. Ну там... Силовой энф? А, это силовое? О, я думал ловкость что-то нажал, посмотрел. А, я понял, я посмотрел на... То, что ты ГП дал. И фонарь обмен. То, что ты ГП дал, я на это кольцо нажал. Наверное, на ловкость ноль. Забей. Фонарик для детей. Я... Так, по кинетике у нас будет играть щука, войд и... Кто еще хочет? Один. Человек какой-то. Бентли, наверное, мне кажется. Жаждет. Да, я мне кажется, могу. Бентли. Бентли по кинетике могу. Будет играть. Сейчас, бабушка! Фелиция и Реслин, ой, этот, блядь, Фелиция и как его? Фонарик обмен. Сейчас, мы закончим с трэшем. И токен еще один. Юля там тоже хочет, она в кат ошла просто. Блять, вы лучше рольте, мне как-то удобнее так смотреть. Дешевле. Да. И Юля тоже. Окей. Там все там равно. Там владыка на первом месте. Вроде королев. Ты 4-2 даже нет. Владыка обмен. Ладно. Груху проебал, считай. Кстати, да, смысл, если у тебя Т4-2 нету. То... Если мы не ходим друг магик ХМ, то я буду забирать эти токены. У меня выбора нету. Типа, ну я куплю себе его рано или поздно. Я апну рано или поздно. Ну да, он РБКшкой-то апнет, по-любому когда-нибудь. Пусть берет, что доебались. Это сейчас грохой рискуешь просто. Фонари тупо бис лутает за 500 ГП на. В смысле? Я попал в ловушку. Гиндится. Сиринган. Так, тут, блять, хилов особо не надо. Надо в ДД спекнуть. Риденг выходит на поле. А бланша нету, да? Съебался. Говнюк.
А у кого из хилов ДД спех есть? 5, 4, 3, 2, 1. Ладно, сделаем проще тогда. Мася, становишься со стороны креста. Вот это твоя зона. Печенька, крест, блядь, вот с этой стороны падает кинетика. Выносишь первого левела гнев на панель и ебашишь, подбиваешь кинетику бомбочки сверху. Дуинол, красава. Там, если что, можешь буйный рост там кидать и еще что-то. С другой стороны становится у нас стерва. С левой, то бишь. И то же самое делает. Вот тут угодно. Авоид по центру. Гениальный план, я считаю. Тупо гнев. Да тебе рыбу не вижу, или она не нет? Все, вообще-то не девочка. Да, мастер, девочка. А чем мы ждем? Ничего. Рыбу сейчас ждем. Рыба закончилась. Она реально закончилась? Ты вчера взял 50 штук, не вернул. И... где-то у тебя на чаре лежит. Ну, где-то на ДК, наверное. Ну, я ж один хуй, когда на РТ хожу, типа, ставлю. Я не зануда, честно. Тебя записали. Ну, типа, я никогда не возвращаю, я беру и по мере, и это, короче, потребности ставлю, пока не закончится. Так, рыба 6к стоит на минуточку. Неплохо. Блять, вы видели драконий разум, сколько стоит, ебануться? Надо, наверное, блять, делать так, следующую бычку пойти, ну, не считая осколков, продавать весь шмот. Взять, наверное, 7 вагонов, блядь, прям, там, не знаю, 200 левела плюс. Ну ладно, 7 дохуя может будет. Набрать рейд нормальный. И просто по Е-палку продавать шмот весь. Ну, фу ты, блядь, Е-палку. По мы поняли. И с тобой рейд. Если что, я больше голду почти не буду тратить. Что почти фул. Потому что, блядь, что-то голды в КБ нихуя уже нету. А 300к ну, въебало. Ну и соответственно, за странание в байрейде чуть больше не попили, чем обычно. Все, давайте вообще на полубав поехали. Ну это, блядь, я не знаю, когда сделать. Точно, наверное, не на этой неделе. Потому что мне в субботу пойду отдыхать. В воскресенье разве что. На 1000 людей натянул. Адель. Блять, 137 лямов, сука, вот самый конченый босс нахуй, у него, блять, больше всех хп не считали, чем, блять, сука. Давай, чё-то поехали. Понапулял концов, пожалуйста. И, милики, вы убегаете, блять, в зеркала вон туда, а не в РДД зону. Массакры. Спасибо. Пожалуйста. Я миликом. Смотрите за стаки. Много не набирайте, там не бегай. Смело цель сейчас будет. Полдарам, окей. Геру дали фунгитой, полдарам. Смотрите там сами за огром на Талдораме, потому что я даже омин отключил, чтобы мне более-менее комфортно играть было. Других вариантов, блядь, убрать эти лаги я не нашел просто. Yeah.
Десятку поешь. Это Дерри. Этика сзади падает. Ебать ты, конечно, дермич отвел охуенно. Миликом, блядь, так пиздато сейчас бить нахуй, ты просто не представляешь. И потеряли дохуя ДПС. А, кастеры милики, все сбросить. Милики, возвращайтесь к Ланам. Кастеры абсолютно все сбросить. Эти казаки сейчас упали. Тихо. Уберите лишний клуб. Планар, играйте. Дрэнш, держите, смотрите, чтобы сейчас не поубивало нахуй. Милики убегают, блядь, к лестнице туда. Раз повторяю. Охуенно меня откинуло. Там может кинетика падает. Фелиция, стой. Ну, блядь, ну не двигайся. Ёбаный ты вагон, блядь. Кинетику подбейте. Кинетику подхильте, чувак, Волкенфелла. Сколько уже? Три кинетики упало или что? Под, блядь, что вы там нахуй курите, блядь, объясните мне. Чувава, дай БР по Конфелу. Мася по Фелиции. Быстро, блядь. Вихрь, дай сокру. Уже когда я давал? Вставай. Кто? Можно, блядь, так? Нет. Вы заебали нахуй. Ублюдки нахуй на миликах, блядь. Отбегайте, сука, от босса нахуй. Чтоб, блядь, не летали нахуй. С этим боссом, блядь. Потом не переходили, не меняли место, блядь, по 10 раз на. Дислокации, блядь. Блядь. Слева стерва нахуй. Не, это... Да. Заебали нахуй. 4 кинетики уже упало. Ресет открывается. Аккуратно там вихрь справа, милики. Не отлетите. Мэтсли, вынеси первого уровня скилл. Гнев. Да там гнев одинаковый, кажется. Что первого, что десятого, по-моему. Нет. Нихуя. В зависимости от хосты. Если у тебя не 1400 хосты, блядь, то он нихуя не так качество. По Ланару поехали. Сейчас откроется. Сука, ненавижу этого босса. Конченая хуйня, блядь. Массакр. Спасибо. Очень сложно. Давай, кинетика падает. Парь, ты что? Бежали. Спасибо, Мирая. По Талдорам поехали. Хотел конфилу, блядь. Ой, дай БР. Он в центре лежит. Блядь, Алконфел, ложный выпад. Нажимай на вихре, блядь, и никаких проблем не будет, нахуй. Там нужно в мели стоять, чтобы его прожать. Ну так правильно, блядь, а ты где стоишь? Я отбегаю. Этика падает. Алло, нахуй. Как только вихрь кастуется, нажимаешь ложный выпад и отбегаешь. В чем проблема? Так все нормальные роги делают. Слева кинетика подбейте. По центру под боссом падает. Блять. Не знаю, беса натравил, блять, может поможет. По килисету поехали. Слева падает. Квадратик. Блять, хп не заканчивается у босса. Так. По холи щиту, сальву. Кирилл, есть раскол?
Да, я подумал. Ну и все, в принципе, агро нормально. Красиво. Под боссом падает кинетика крест. Блять, этого полонару поехали. Квадрат падает. Вихрь разбежались. Блять, спорт закончился, ёбаный ты в рот, нахуй. Ладно. Просто 15-минутный босс, нахуй, ёбаный друг. Ну да, хп, да хуя у него. 10 минут берс. Блять, на лестнице кулишит или кто там, блять? Хуй, нахуй, вроде успел подбить. Ща пета натравлю на полумесяц. Может, Геру еще раз дать? Нахуя? Ну, чтобы добить побыстрее. Эти, ну, давайте, падает. давайте, там умирал кто-то. Можете на них перемещаться. Это человек. Ну, на уконфельсе сдал ДПС. Полумесяц еще подбить надо. Стерва, блядь, проснись, нахуй. Сука! Этот палец... Блядь, ебанись, нахуй, все. Я понял. Курим, блядь. Дермич, отводи, покились от пэх. Кирилл, советую нажать на скорость сейчас. Я еще далеко по игру. Все равно. Надо. Я пока не буду нажимать. Осколок жалко. Не босс, а хуета ебаная, реально. Бля, ублюдский элементаль, кого он бьет, какие-то ядра нахуй хуярит. Сука, долбоёб, блядь. Ну, сейчас раскол ногу, пожалуй, частями сыну. Блядь, милик, идите, Волонар, короче. К Волонару идите. Добивайте. Массакр. Заебись, я полетел нахуй. О! Уа! First try? Феномен. Не верю. Здесь такая от вихря, а тут хуяк и маг блинком, да, Ваня? Чего? Нормально? Че? Опасный трюк. Я еще ничего никого не заходил. Ну, колечко интересное, конечно. Я мусор. Синий, блядь. Синее гнездо, конечно, такое все. Так там меткость. Говно, кольцо. Мой таргет тактик. Так, спейси дамажить. Хуёво кинетику подбивали. Что вам, ГП въебать или простить? Простить. Убили же с первого раза. Ну ладно, ты хилый, блин, с костой. За то, что, блядь, 4 кинетики нахуй прилетело, блядь. Мне ещё, возможно, миссали, блядь. Без этой меткости. Казнить нельзя, помиловать. Ой, там с твоей стороны 2 штуки полетело, нахуй. Я все видел. Ну, зачем? Я не собирался дремить пока что. Я то, что лучше у меня остался, больше часа. Кто-то на это с пулю еще рыцаря крови калить. Блять, на удивление, кстати, могли квест сделать.
11 минут, да? Да, успеем, да. Сейчас первый раз заберем. Блять, я не сделал. Ну, давайте сейчас, короче, убиваем трэш и спускаемся, потом квест берем. Все. Сейчас трэш бьем все, блять, а потом квест идут брать все. Так, давай по пачке пока, пусть бегаю туда-сюда. Пачка туда, да нахуя? Туда. Ну, типа, если мы поняли, у нас одна минута оставаться будет до казни, блять, ну, типа, в любом случае, этот, ну, квест засчитается, если мы убьем. Ну, пульнем до этого. Если Локи взяли, можем шкаф поставить просто перед боссом по трэш. Взяла квест, я сейчас. Дети трэш, потом квест возьмите. Там иммун был уже к магии, не смог затанцить. Блять, фонарь, ты меня вот чулка убиваешь, нахуй, просто, блять. Ну, знаешь, возьмешь квест, бегаешь. Ты меня даже... Ты меня даже на сурке убил, сука, понимаешь, фонарь, блядь. Это я любя, очень любя. А чем отличается Лана обычки Гер? Ничем, больше урона и вместо трех человек, четыре человека на пакте. 3+1. А, я в стане, кстати. Все, отлично. На пулевой алконфейл. Бля, ребята, алфаски заканчиваются, перепивать. Соберитесь, ничего сложного в Лане нету, чтобы квест не проебать. В принципе, да. Еще стан. Забавлю. Время, блин. Если убьем с первого пола, то квест сделаем. Нет, так в обычке. Блять, ну 10 минут принцов бить, сука. Это пиздец, нахуй. Честно говоря, блять, я до Сируса не знал, что у них берса даже есть. Нет, еще не роли. Ничего не ролил. Парень, вот меня опять моб бьет, я чуть не умер, блин. Не, я один, у вас дос 4. И почему, вот, блядь, никого больше он не бил, бил только меня, блядь, объясни нахуй. Вот как он бегу сейчас бьет, вот этот мобик, на самом деле. Да. Идите квест берите. На кого на пул, если что? Что, на дермича напуливать? Сколько он бьется, не успеваем. Да успеем. Так, надо ШП раскинать еще. По-моему. Еще замечательно. Не цена шкаф. Тене, протопошеру надо вернуть. Кульшит избавиться, да. Повесьте им сумоны, 2 минуты висят. Да-да-да, вешайте сразу. Блять, чуть не принял. Начинать мы заново. Долгонок, он до сих пор ценится. Куплю на этом КД 180-200 км. Ну, так и стоит, да. Так он еще должен выпасть, чтобы его купить. Я его купил за 200 км, блядь. Что, у тебя выпал все-таки? Да, 5 КД ходил с теми ребятами. 5 КД всего лишь? Охуеть. Всего, ну, блин, лишь. Посчитай, сколько мы с тобой сходили. 5 КД в баррейдах. 15 или 17 КД мы ходили, он ни разу вот не... Вот именно. Все, поехали. Давайте, ребят, время 7 минут. Да хватит. Даже на 2 пула хватит. Аспект. Рыбу хавайте, пула. Только не вставайте никто, блядь. Если вайпанемся, не вставайте. Ну вообще, блядь, лучше, чтобы не мы не вайп. Пул на пулку. На дермича. По укусам, блядь. Ну сейчас посмотрим, кто первый слой. Дальше определимся. Кринжкин. Давай, отчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Забыл поставить. Место встречи укусов. Это обычный печенька. Особенно второй укус, который на взгляд. Прям. Кринжкин. Блять, ну это хуёвый укус на самом деле, блядь. А, Беба, укусишь Аделя. Адели кусишь Кулешита. Беба потом укусишь Протопошера. Услышали? Надеюсь, что да.
Как сбежались? Всегда в мелизону сбегаетесь? Стой, не бегай, стой на месте. Лужа, владыка. Coldplay, желтую джагу надо. Coldplay, у тебя на тьму стоит? На взлетке нажимаешь этот сокру. Блять, пак сбежали. Сейчас у Фелиции стоит вроде. Фелиция, тогда дашь МА на тьму, когда она начнет пускать этим. Ну хуйню свою. Coldplay, ты дашь сокру и дермич дашь из бан. На второй взлетке даст фонарь сокру. Блять. Ебучий ты случай. Да, да. Я с тобой буду рядом. Что около, около печеньки там, блядь, укус дадите. Пак сбежали. Охуенно, пак. Да. Печенье там, блядь, у лужи около печеньки. Ну ладно, нормально, вот пропал. Сейчас будет хер. Отошли от лужи дальше. Да, печеньки, в печеньке кус. Так, ну, а чё ты глыбу не нажал? Чё ты глыбу не нажал? Я нажал глыбу, она не скинулась, я не знаю. Берегитесь. Что не скинулось? Я нажал глыбу. Ещё я один, не... блядь. Ой, в пизду вас нахуй, падайте, блядь. Диван, дайте по кому-нибудь. Не знаю, можешь на стриме посмотреть. Он нажал глыбу, он за мной стоял. Он нажал глыбу, а с меня тени ебаны не скинулись. Ты её снял сразу? Нет, я не сразу её снял. Ты не понял, Беба. Ты должен был подождать. Оно на 3 секунды этот дебаф кидается. И только когда он пропадает, ты глыбу снимаешь. Либо ты нажимаешь на 1 секунде и снимаешь ее там через секунду. Когда этот дебаф пропадает. Если ты нажимаешь раньше, лужа остается. Вот в чем весь прикол. Зермич, давай. Блять. Тут же этот не работает. Это духи шапошные. Ничего летают. Я могу встать, дать масс-рез. Подожди, подожди, духи летают еще. Вставай, давай масс-рез. Подожди, блядь, еще два не прилетело. Все. Прямо там и давай в центре. Как лезть под сокро из баунтом, блядь, ты, блядь, еще умудряешься умирать, я вот не понимаю. Еще и ма нахуй. Ты, блядь, там раньше вообще не знаешь, что такое. На первом же пучине просто нахуй отлетел. Да похуй на квест. Давайте по фасу 3 минуты, может еще. Не, успею. не, какой-то. Все нормально. Еще на один пул у нас хватит. Ну, не важно, что это тайминг. Главное, чтобы мы запулили до окончания тайминга. А, ну да, точно, тут же такая тема. Что-то я забыл. Пул баф, давайте, у нас один пул есть.